Продолжаем нашу работу. Пруд и мостик Мане. Пощупаем нашу картиночку, которая просохла. Прошло 2 недели, она просохла. И вы видите заусенцы на картине, на вашей, да, особенно. Я перед началом сеанса немножко подтер. Вот. И вы тоже так поступите. Ножом чуть-чуть подскоблите то, что колется. И после того, как мы подскоблим, может быть, даже где-то взорвется слишком густая краска и даже чуть-чуть размажется, ничего страшного. Но пройдите по этой густоте, позбивайте все, что колется. Или, может быть, 3 дня назад пройдите ножом, подскоблите, а сейчас, когда подскобленные места возбудились и могут размазываться чуть-чуть краска, может быть, вот так поступите, что сначала за 3 дня до того, как вы планируете пописать, пройдитесь ножом. Теперь у нас в баночке 1 лак и 1 масло. Лак дамарный или пихтовый, масло льна. 1 к 1. Вот этим замесом 1 к 1 мы протрем всю нашу картиночку. Картиночка начинает равномерно блестеть. И лак нам нужен, масло нам нужно для скользкости, а лак для терпкости. Для того, чтобы суховатость мазочков, как бы продолжая первый сеанс, появилась эта суховатость мазочков. Чтобы фактура краски ложилась не гуашево, а продолжала укладываться своими масляными фактурами. Вы видите, кое-где белила повылазили. Если это не сильно произошло, не очень активно. Помните, что мы начали с голубого, вернее, с ультрамарина, с синего. А сейчас мы подложим и ультрамарин в это все, и марс-коричневый темный прозрачный. Подпачкаем глубокие теневые места. Подпачкаем. Можно и зеленцу чуть-чуть подложить, зеленцу нашего. Нашего бирюзового. Синьков по-прежнему остается чуть-чуть помигивать. Помигивать снизу из-под рисунка, ну, который мы укладывали, этот рисунок листьев.
Итак, ультрамарин и коричневизна дадут нам некоторую глубокость темного. Выявят фактуры. Вы видите, фактуры. Краска позатекала туда, в серединке между жилочками густой краски. Видите, практически расправляюсь с изображением. Сейчас вы увидите, для чего это делается. И ваш возможный испуг должен перемениться. Тенистые места уложил. Видите, прямо тенечка залегла. Там она двухэтажная. Двухэтажная в том смысле, что две полосочки. Кажется, и все. Надеюсь, у вас получится не хуже. До следующей встречи.